Кайра салам. Эфирден кайрадан эле тамаша тор рубрикасы. Бүгүн сиздерге Адилет Касымбековдун жардам аркылуу шаар тургундарын тамашага салып көрмөкчүбүз. Ооба достор, сиздердин урматыңыздарга бүгүн мен уруун ролунда болмокчумун. Кесиптешим Чынаранын сумкасын алып качамын. Достор, анда чогуу көрөлү. Чуркасам, пожалуйста, мы будем уротят. Сонжиев как они тупали? Да как это тут раз был, а уж. Сонжиев, я там сейчас ору. Сонжиев, я там с бару чихсанс. Шуба вообще? Сумка не поспо. Меня сумка ушел. Жоқ, бұл қызыл сумкасы. Қой бер. Менікі де чүн жігіт. Жоқ, мен қызыл сумкасы. Қой бер. Бала, жаза бер, қойшы, пожалуйста. Мен просто бұтым ұротқан болды, что қарасаңыз. Шырқасаңыз әмі. Чонжигит, мен бутым оратат бул бала көрбөсө мен аякты битпейт болчумун. А где доказать? Доказать? Чего алган жок? Муну катып алсаң мен алдымбы деп айтты. Азыр колуңду турбайбы? Сен Чонжигит болду. Мен паспортум бар биякта. Азыр бул бала жок болсо мен жыгылып калат болчу. Кызым сумкасы. Да, ой, бери, а уйдет, там эти как-то мы скид порзуем эти. Вот. А Кирис, ай, сумка. Мы на был сумка миники. А был у меня позвонил сумка сюда. Что как будет? Мы хотя на улице. Джангли, мы. Джангли, мы сумка, мы тут живем, мы когда я там живу, чем живет? Мына бул бала көрдү мен урдаганыңызды. Жаңы эле бул жакта. Жок ой. Ушул жерде турам мен 2 сааттан бери. Кел, алып келиңиз ал жакта менин паспорттарым бар, чоң жигит. Атың ким? Акбар. Акбар. Рахмат жардамга. Чоң жигит алып коюпсуң сумканы. Кой, сіз қачан алмайсыз? Жаңына жүріп кеткен деп отыр. Жоқ жоқ. Докажи где? Доказательство. Алған жоқ. Сонда жігіт, мен азыр бұтым ұрып жатқанын бармыз? Албетте. Докажи. Таптым оны. Қой. Атың кім болды? Э, атың кім болды? Не болды? Атың кім болды? Айтпай? Э, урулармен таныспаймын мен. Байқай аласың ба? Көріп көрген жоқ. Қайсысыз? Мен сумкам үшін жоқ. Паспортым көрсетсеңіз. Көрүүчүлөр, шаар тургундарын тамашага салып көрдүк. Ооба достор, бүгүнкү биздин тамашабыз сиздерге жакты деген ойдобуз. Бүгүн сиздер менен кесиптешим Чынара Бейшеева болду. Жана Адилет Касымбеков. Оператор Силека Чанулу болду. Коомдук биринчи канал Замана студиясы.